Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 25 июня, и по традиции я рассказываю вам о, о том, что означает этот день, какие были народные празднества, какие были церковные праздники в этот день. Итак, сегодня Петр Санцеворот, это праздник, который каждый год отмечается 25 июня. Он посвящен памяти преподобного Петра Афонского. В этот день православные люди молятся святому за здоровье, так как при жизни, по поверью, Петр исцелял людей от болезней. В каком точно году этот праздник был установлен, неизвестно. Но в этот день вспоминают Петра Афонского который закончил свою жизнь отшельником у Афонской горы, полностью посвятив себя служению Богу. Когда преподобный Петр умер, его нашел охотник, который пришел со своим братом, одержимым бесами. Прикоснувшись к телу преподобного, брат исцелился. После этого мощи святого еще не, не один раз исцеляли людей. Так при жизни Петр исцелял э, пришедших к нему и изгонял бесов. Так и после своей смерти он продолжал исцелять людей. В православной традиции вспоминают еще Ануфрия Великого. Его жизнь и добрые дела. Верующие в этот день молятся Петру за здоровье всей семьи, за счастье и за богатый урожай. Но вторую часть этого названия, солнцеворот или переворот, праздник получил от народных традиций. В старину именно в этот день примечателен тем, что световые часы после него укорачиваются, а ночь прибавляется. То есть происходил переворот со дня в ночь. Народные традиции можно знать еще и из праздника, которые дали крестьяне. В дополнение к названию, Петра называли капустником, потому как в этот день, это был последний день, когда сели позднюю капусту. Также в этот день можно было сеять пшеницу и овес до обеда, а после обеда нужно было сеять зерно темного цвета и, например, это была гречневая крупа. В этот день по традиции мужики ходили на рыбалку. И отсюда Петр Рыболов. По преданию, в этот день из водоемов уходили все злые сущности, и можно было купаться, ничего не боясь, ловить рыбу, и всегда был хороший улов. А хозяйки традиционно варили обед, э, варили уху из принесенной рыбы. Ну, что интересно, в этот день ухой называли любой бульон, даже если он был бульон, даже если этот бульон был мясной. Вот такая была вещь на этот день. Ну что, я вам рассказала сегодня о Петре Капустнике, Петре Рыболове, Петре Солнцевороте. А также вы узнали о великом Петре Афонском. Выбирайте, кому что нравится. Я не хочу вас направлять в ту или иную какую-то веру. Каждый выбирает то, что он считает нужным. Но мне остается только попрощаться с вами. Поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь этим видео со своими друзьями. Возможно, это тоже кому-то будет интересно. И приходите ко мне еще. До новых встреч у меня на канале. До свидания. Пока-пока.